В Шадринске продолжается формирование комфортной городской среды. В силу природных факторов жители поселка Хлызово часто оказывались отрезанными от города. В прошлом году за его благоустройство проголосовало наибольшее количество жителей в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В первую очередь мост был необходим для обеспечения безопасного передвижения горожан через реку, обходить которую крайне неудобно и долго. Теперь ремонт пешеходного мостика через реку Канаш завершен. На нем укрепили основание, заменили перильные ограждение и деревянный настил. С обеих сторон мостика заасфальтировали пешеходные дорожки и обустроили освещение. Отметим, что общая площадь благоустройства составила 1687 квадратных метров. Теперь переход через реку Канаш удобен и безопасен.